Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программ «Христианские основы». Сегодня мы поговорим о том, как жить в победе над грехом. Прежде всего, нам нужно понять, что основание не только нашего вечного спасения, но и жизни на земле — это сам Христос. Не доктрина о Христе, а Он Сам. Так сказано в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 11 стихе ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Очень важно знать Слово Божие, но в первую очередь Слово указывает нам на Христа, поэтому нам нужно верить в Него. Нам важно знать о Нем, кто Он и что Он сделал на кресте. Но это лишь для того, чтобы мы поверили в Него и жили верой в Него. Когда мы сделали Иисуса своим Господом, Он стал нашим крепким основанием. Но в послании к 2 главе, 6 и 7 стихах сказано «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере». Теперь Иисус — основание не только вашего спасения, но и всей вашей жизни. И вы должны доверять Ему и полагаться на Него, как на источник жизни, любви, мира, радости и всего остального. В результате мы будем демонстрировать плоды Духа и добрые дела. Вера в нашем сердце — это готовность во всем полагаться на Него, доверять и подчиняться Ему. Именно она соединяет нас с основанием, является каналом, через который в нашу жизнь течет благодать. Чем больше мы подчиняемся Христу, тем больше Его благодать может течь в нас, давая нам силы жить в победе над грехом. Итак, жизнь веры начинается с того, что мы подчиняем наши сердца Христу, принимая Его как нашего Господа и Спасителя. А затем нам нужно строить нашу жизнь на Нем как на фундаменте, и мы делаем это, слушая и выполняя Его Слово. Когда мы впитываем в себя Слово и исполняем Его, Слово превращается в кирпичики и строит нашу жизнь. Но мы не можем сделать этого своими силами. Мы должны делать это, полагаясь, на силу Святого Духа. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 7 главе, 24 стихе. Это центральный отрывок данной темы. Иисус сказал такие слова. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть на Иисусе Христе». «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне на Христе. Итак, самое важное — это иметь правильное основание, а потом строить на нем. Принятие Христа — это как заложение фундамента. Но христиане могут строить свою жизнь не на этом фундаменте, а на зыбких песках собственных мыслей и эмоций. Но тогда их строение рухнет, хотя они и будут спасены. Библия описывает такую жизнь, как дерево, сено и Поэтому важно строить на Его основании путем принятия Его Слова и Его Духа и практикуя это. Библия определяет ключевые доктрины, которые названы молоком Слова и основами учения Христа. Эти доктрины должны быть первыми, которые примет христианин, перед тем, как перейти к более глубоким откровениям. Дом строится снизу вверх. Никто не начинает с крыши. Многие люди хотят перейти к глубоким откровениям, хотя... Они не приняли даже основы учения. Это похоже на жизнь младенца. Никто не кормит младенца мясом, ему нужно молоко. Он принимает молоко, растет, и тогда он уже готов к мясу. Молоко слово это основополагающее учение, которое я постараюсь донести до вас в этой серии программ. Они описаны в послании к евреям 6 главе. Тут сказано посему оставив начатки учения Христова, то есть в начале, должно быть заложено основание. И потом уже можно перейти к чему-то большему. Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, то есть основополагающие принципы, обращению от мертвых дел и вере в Бога. Есть и другие, но эти два на первом месте, потому что они являются основанием всей нашей христианской жизни. Итак, чтобы построить хоть что-то в нашем сердце, должно быть слово. Нет смысла строить своими силами, это всего лишь сена и солома. Качество строения зависит от Слова Божьего. Чтобы оно устояло, ему нужно Слово Божие. Поэтому нам нужно наполнить сердце Словом. Но не стоит пытаться практиковать Слово своими силами. Для этого нужно полагаться на Дух Божий, как на источник жизни и силы. А вот почему эти основополагающие учения стоят на первом месте. Они крайне важны для жизни под благодатью и хождения в победе над грехом. Иными словами, обращение от мертвых дел означает, что для того, чтобы поступать по Слову Божьему, нам прежде всего нужно покаяться в том, что мы пытались сделать все своими силами, несмотря на то, что у нас были благие намерения. Все это будет приводить только к мертвым делам. Поэтому требуется покаяние и осознание того, что я не могу сделать это своими силами, а мне нужна благодать Божия. Итак, вы каетесь в своих мертвых делах и в старом образе жизни, в надежде на свои силы, а потом вы подчиняетесь Богу, Духу Божьему и Его благодати. Это и есть вера в Бога. Вы обращаетесь к Богу как к истинному источнику вашей жизни, мудрости и праведности, и живете при этом, соответственно, и вот как должен жить христианин, полагаясь на Бога и исполняя Его Слово. А вот почему эти два учения, покаяние в мертвых делах и вера в Бога, стоят впереди, они фундаментальны для жизни в благодати. Сегодня же мы сконцентрируемся на жизни в победе над грехом. В прошлый раз мы говорили о том, в чем заключается проблема греха. Мы увидели, что есть три вида или три измерения греха, но для каждого случая у Бога есть ответ. Иисус умер на кресте и разобрался со всеми тремя измерениями греха и принес три измерения праведности, чтобы дать нам победу над грехом. Давайте я быстро напомню вам о трех измерениях греха. Во-первых, мы были рождены в состоянии греха. Состояние греха — это юридический термин, обозначающий тот факт, что, когда Адам согрешил, мы были в Адаме. Адам был главой человеческого рода, и мы были в Адаме. И когда Адам согрешил, Через наше единение с Адамом мы тоже согрешили в нем. Мы не созданы как ангелы, как отдельно взятые особи, мы были созданы как род человеческий. Это означает, что мы соединены друг с другом, а также мы соединены с главой нашего рода, с Адамом. И когда Адам согрешил, все мы стали юридически виновными в Адаме. Это может показаться вам несправедливым, но предположим, что вы премьер-министр, и вы решили пойти войной на какую-то страну. А поскольку мы находимся под вашим главенством, вы наш глава, то означает, мы все воюем с этой отдельно взятой страной, все из-за нашего единения и наших связей. Адам провозгласил войну Богу, а значит, все человечество в Адаме вошло в состояние греха. Это первая проблема. Она называется вмененный или приписанный грех. То есть грех Адама мы приписываем на наш счет. И далее вторая проблема ⁇ это переданный грех. Когда Адам согрешил, греховная природа вошла в его плоть. Это переданный грех. Вместо того, чтобы полагаться на Бога и жить под руководством и водительством его духа, теперь в его плоти была греховная природа. И он стал рабом этой греховной природы. Греховная природа заставляла его жить независимо от Бога. Эта греховная природа передавалась через телесное рождение от Адама каждому человеку. Единственное исключение — это Иисус. Он родился от девственницы и не получил греховную природу, которая передается от Отца. Следовательно, все мы получили греховную природу и имеем ее во плоти. Она заставляет нас действовать независимо от Бога. Итак, мы были грешниками по своей природе. Мы были зачаты в грехе. Никто не учил нас грешить. Это получается у нас естественно. То есть, вторая проблема ⁇ это греховная природа. В Библии она обозначается словом грех в единственном числе, когда вы... Видеть грех в единственном числе, то имеется в виду греховная природа. А третье измерение греха ⁇ это наши личные грехи. Когда мы поддаемся греховной природе, то совершаем собственные грехи, которые лишь увеличивают нашу вину перед Богом. И чтобы освободить нас от греха, Иисусу пришлось разобраться со всеми тремя сферами. Поразительно. Но Иисус сделал все необходимое, чтобы освободить нас от греха. На кресте Он освободил нас от наказания за грех. Сейчас, благодаря тому, что Его Дух в нас, Он освобождает нас от власти греха. На этом я хочу сконцентрироваться подробнее. А в будущем, когда мы воскреснем в новых целах, мы будем свободны даже от самого греха, слава Богу. Это три аспекта греха. И в прошлый раз мы видели, как Иисус дал нам победу над всеми ними. Во-первых, Он разобрался с нашим состоянием греха, совмененным грехом, а как Он это сделал, мы были в состоянии греха, потому что мы были водами. Но на кресте, Иисус, стал вторым Адамом. Иными словами, он стал альтернативным представителем всего человеческого рода. Все человечество было автоматически в Адаме и было обречено из-за его греха. Но пришел второй Адам, который прожил совершенную и праведную жизнь. А на кресте он принес Богу свою праведность от нашего имени. И если мы решим сказать, Иисус, будь моим Господом, то мы примем его как нашего главу и представителя. Тогда Бог переведет нас из Адама и поместит во Христа. И как когда-то грех Адама был приписан на наш счет, теперь во Христе вся праведность Христа приписана на наш счет. Это вмененная праведность. То есть теперь мы имеем праведность Христа. Как в Адаме мы ничего не сделали, но при этом были виновны, так и во Христе если мы принимаем Христа как главу, то даже без единого праведного поступка мы становимся праведными в нем, а также принятыми Богом. И это замечательно. Когда мы принимаем Христа, нас перемещают из Адама во Христа. Нам вменяется его совершенная праведность. Это подарок. Итак, мы оказываемся в правильных отношениях с Богом. Теперь юридически мы находимся под благодатью, а значит, можем иметь Божью жизнь со всеми ее благословениями. Вы можете наслаждаться Божьей жизнью, потому что теперь вы в состоянии праведности. Кстати, so, даже когда вы грешите... Конечно же, вам нужно исповедаться. Это не меняет тот факт, что вы в состоянии праведности перед Богом и имеете доступ к Его благодати. Как в Адаме, все мы были в состоянии греха, даже до совершения какого-то греха, так и во Христе мы в состоянии праведности перед Богом, даже до совершения каких-либо праведных дел. И на основании этой вмененной праведности Бог провозглашает нас прощенными и оправданными. Об этом и сказано в послании к римлянам 5 главе 17 стихе. Итак, в первую очередь Бог дает нам состояние или положение праведности, заменив состояние греха. И на этом основании мы получаем жизнь от Бога по благодати. Иисус добился этого путем божественного обмена на кресте. Ибо если преступлением одного смерть царства, посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Иисус предложил нам праведность и забрал весь наш грех. Если Иисус — наша глава, то этот обмен совершается. Нас забирают из Адама и перемещают во Христа. И во Христе этот обмен совершается. Все это заключено во Христе. Поэтому, когда вы во Христе, то все это автоматически становится вашим. Ваш грех отменяется, и вы получаете праведность Христа. И лишь потому, что вы теперь во Христе, вы владеете Его праведностью. И на этом основании вы стоите праведны перед Богом, и вы полностью приняты Богом, потому что обличены в праведность Христа. Итак, это было первое измерение. А что же со вторым, то есть с переданным грехом или греховной природой в нашей плоти? Иисус сказал, что освободит нас от греховной природы. В Евангелии от Иоанна он сказал, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех ⁇ есть раб греха. Речь обо всех нас, потому что мы все совершали грехи. Но Иисус говорит, что причина в том, что мы рабы греха или греховной природы в нашей плоти. Греховная природа — ваш рабовладелец. Если вы не рождены свыше, то у вас нет выбора, кроме как подчиняться вашему хозяину. Но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Иисус говорит здесь, что несмотря на то, что евреи были привилегированным народом, они оставались рабами греха. А это означает, что они потеряны, как и все остальные. Но сын. Пребывает вечно. Как только вы встречаетесь с сыном Божьим, с Иисусом, а вы получаете свободу от рабства греха. Иисус говорит, что Он не раб греха, а сын и свободный человек. Если бы он был рабом, то не смог бы освободить нас от греха. Но поскольку он Сын Божий, он свободен от греха, а значит, может заплатить за нашу свободу от греха. Затем сказано, «Итак, если Сын освободит вас, имеется в виду свобода от греха, то истинно свободны будете». И Иисус пришел чтобы дать нам свободу от власти греховной природы аллилуйя однако хотя мы стали верующими в нашей плоти все еще остается греховная природа потому что новое рождение изменило ваш дух но не ваше тело и пока у вас есть ваше смертное тело у вас остается греховная природа первое послание иоанна говорит нам если говорим что не имеем греха греховной природы обман обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы отрицаем тот факт, что у нас есть греховная природа, да, мы христиане, мы рождены свыше и совершенно в нашем духе, но в нашем теле все еще остается греховная природа. если вы отрицаете это, то вы просто не знаете Слово Божие, тем не менее, хотя мы и имеем греховную природу, ситуация все же изменилась, потому что Иисус сделал все, чтобы мы были свободны от силы и власти греховной природы. Мы можем жить в победе над греховной природой и в силе праведности. Вот почему верующие названы победителями. Что вы в основном побеждаете? Да, вы побеждаете обстоятельства, но ваша самая важная победа — победа над грехом, над вашей плотью. Как я уже сказал, если вы не рождены свыше, то вы не можете не повиноваться греховной природе. Но что сделал Бог? Бог дал вашему духу возможность нового рождения. Он вложил в нас свой дух. Это первое решение для проблемы греха. Наш дух воскрес со Христом превыше греха и всех сил зла. И он был посажен со Христом, как тот, кто доминирует над всем этим. Итак, наш дух объединился с воскресшим Духом Христа, и жизнь Иисуса, которая уже победила грех, вошла в ваш дух. Теперь ваш дух автоматически имеет победу над грехом. И когда вы ходите в духе, то автоматически имеете победу над грехом. Ваш дух совершенен во Христе. Теперь в вашем духе обитает Дух Святой, поэтому он полон Божьей жизни. Это значит, что теперь Бог установил свою базу деятельности в вашей жизни. Если мы будем жить, используя эту базу или это основание, Христос в нас, аллилуйя, если мы будем жить по Его благодати и ходить в Духе, то мы не будем грешить, потому что сила Духа куда сильнее, чем сила греховной природы. Но если вы живете по плоти, то автоматически подпадаете под действие греховной природы. То же касается жизни под руководством вашей души. Но вы больше не обязаны так жить. Бог предоставил вам новый образ жизни. Если вы будете подчиняться духу или ходить в духе, то не будете подчиняться желаниям плоти. Так сказано в послании Галатам. Итак, Бог дал вам новый образ жизни. И когда когда вы наполнены духом и ходите в духе, то благодаря Божьему основанию вашей жизни вы будете иметь победу над грехом. Следовательно, первое решение для переданного греха во плоти — это не то, что Бог убрал у вас эту греховную природу, но дал вам свою переданную праведность. Он вложил ее в ваш дух, дав вам новый образ жизни. Иисус подтвердил это, сказав, «Если Сын освободит вас от греха, то истинно свободны будете». Так что же сделал Иисус? Он освободил ваш дух, ваше естество от греха. Аллилуйя! Теперь ваш дух свободен от греха. Настоящий вы свободен от греха. Однако этого нельзя сказать о вашей душе. Об этом сказано во втором послании Коринфянам, 3 главе, 17 стихе. Господь есть Дух. А где Дух Господен, там свобода. Там, где есть Дух Божий, там свобода от греха. Это означает, что во время нового рождения Дух Святой вошел в ваш Дух, а там, где Дух Божий, там свобода. То есть теперь ваш Дух полностью свободен от греха. Бог положил прекрасное начало вашей новой жизни, освободив ваш дух от греха. И чем больше вы наполняетесь духом, и чем больше дух проникает в вашу душу, тем больше ваша душа освобождается от греха. Через Духа Святого в вас вы получаете свободу от силы и власти греховной природы. Бог начал эту работу в нас. А в восьмой главе послания к римлянам детально описано, как мы можем ходить в победе над грехом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Все начинается с осознания вашего юридического положения перед Богом. Если вы не знаете, что вы находитесь в состоянии праведности перед Богом, что вы оправданы Богом и имеете законное право приходить к Нему, то вы не сможете начать. Вам нужно знать, что Бог вывел вас из Адама и поместил вас в Иисусе Христе. И сейчас вам нет никакого осуждения. Иными словами, вы полностью приняты Богом благодаря заслугам Христа. Поэтому вы имеете доступ к Божьей благодати и можете ходить в Духе. Вам нужно понимать что такое вмененная праведность. И вы должны понимать, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе. Затем описано то, как мы получаем свободу от власти греха, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Иными словами, в вас действуют два закона. Закон греха и смерти означает, что всякий раз, когда вы ходите по плоти, вы поддаетесь греховной природе, и она производит в вас смерть. Но! Есть еще и закон духа жизни во Христе Иисусе. Если вы живете по этому закону, то будете иметь больше жизни. Это можно сравнить со взлетом аэропорта. Сила притяжения тянет вас вниз. Это как закон греха и смерти. Сила притяжения никуда не девается. Но когда самолет взлетает, подключается еще один закон. Закон реактивной тяги, который сильнее силы притяжения. Закон духа жизни освобождает нас от закона греха и смерти. Иными словами, когда вы полагаетесь на Божью силу, как двигатель самолета, это превосходит закон греха и смерти и вы можете подняться над ограничениями этого закона. Закон Духа Жизни освобождает меня от закона греха и смерти. То есть победа над грехом заключается в уповании на Бога, на силу Святого Духа, а также в том, чтобы жить с Его силой. Тогда вы автоматически будете жить в победе над грехом. Второе, что сделал для нас Иисус на кресте, осудил греховную природу, плоти. Это означает, что она больше не имеет законного права управлять вами. Вы можете не подчиняться ее властям а вместо этого подчиняться Божьей благодати и праведности. Греховная природа была вашим рабовладельцем, но она больше не имеет права управлять вами. Третий стих говорит, «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех, греховную природу, воплоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Это все как в случае с сатаной. Сатана и его демоны все еще находятся в этом мире, но теперь у нас с ними совсем другие отношения, потому что мы имеем власть над ними. Мы больше не в его царстве. Также и грех Духовная природа все еще находится здесь, в этом мире, но она больше не господствует над нами, а напротив, мы имеем власть над нею. И если мы ходим в Духе Святом, тогда мы всегда побеждаем. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00, по адресу, который вы видите на экране.